Добрый день, добрый час, друзья, с вами Асым, ваш человек Бутырси, из Тюрси, из Алании. Всем большой привет, друзья, с вами компания Arbatoms. Друзья, скоро мы будем в Москве. О чем будем говорить в Москве вместе с вами, друзья? Будем говорить, как можно правильно приобрести недвижимость в Тюрси, как можно получить вид на жительство и турецкое гражданство, друзья. И самые главные, друзья, как можно получить доход через турецкую недвижимость. От и до все мы вместе с вами будем говорить. Для консультации что нужно делать? Заранее нужно записываться, друзья, через Viber, WhatsApp и Telegram. Так что, друзья, москвичи готов? Я думаю, что готов. Скоро, очень скоро будем вместе с вами там. Как-то дата известна будет, мы будем озвучить здесь, в нашем канале, друзья. Если вы еще не подписаны на наш канал в YouTube, подписывайтесь, чтобы каждый день получить интересный, хороший видеоролик. И нажимайте, с правой стороны есть колокольчик, друзья. Нажимайте колокольчик тоже. Так что, друзья, всем удачи, берегите себя. Пока-пока. Добрый день, дорогие наши подписчики, дорогие друзья и недоброжелатели. Вас приветствует компания Arbat Homes из солнечной Алании и я, ведущая нашего YouTube-канала. Меня зовут Татьяна Пикер. Всем привет! Сегодня у меня для вас очень красивое и очень удобное предложение. Почему это удобное предложение? Потому что квартира почти новая и с новой мебелью. Открываете дверь, приходите и живите. Получили ТОПО, и вы не будете уже больше тратить свои деньги и, самое главное, свое драгоценное время на приобретение мебели. Итак, находимся мы сейчас в районе Махмутлар. Я всегда в своих роликах называю этот район вторым центром Алании, потому что здесь очень развитая, очень богатая городская инфраструктура. Комплекс находится всего в 200 метрах от моря. Это район вторничного рынка. Можно мне спасибо, а то я сейчас каблуком зацеплюсь. Спасибо. Район вторничного рынка очень удобно. Приходите, покупайте экологически чистые овощи и фрукты. Комплекс состоит из одного блока, 9 этажей. Квартира наша находится на 4 этаже. Нестандартная планировка, 75 квадратов и 2 огромных балкона. Все детально я вам покажу уже в самой квартире. Что касается инфраструктуры комплекса, это открытый плавательный бассейн, это небольшая ухоженная зеленая территория, это вот такое специальное место для велосипедов. Имеется сауна, сейчас она не работает, потому что у нас и так, как в сауне, жарко. А также небольшая детская площадка есть. Итак, дорогие наши, напоминаю, что 200 метров мы находимся от моря в районе Махмутлар. И давайте же все же, уже наконец-то, детально посмотрим нашу квартиру. А в этой квартире есть три большие изюминки. Первое. Большой, нестандартный для планировок 1 плюс 1 коридор. Хозяин поставил здесь вот такое небольшое трюмо. И вот на таких, я так люблю, на с кривенькими ножками называть зеркало. Что бы я сделала в этом прекрасном квадратном коридоре, если бы была здесь хозяйкой? Я бы сделала сюда, установила шкаф до потолка, белого цвета, вот так и вот так. И решаются ваши проблемы с какими-то огромными шкафами в спальне. Следующее. Большая достаточно, опять же, для планировки 1 плюс 1, ванная комната с душевой кабиной. Все уже у нас готово. И вот такой вот подвесной потолок. Люстры нет, квартира новая, несмотря на то, что комплекс у нас 6 лет, еще никто не жил, мебель новая. И люстры еще не висела. Я бы повесила все такую немножко свисающую с капельками хрустальную люстру. С правой стороны от меня идет
американская кухня, гостиная, совмещенная с кухней, огромный балкон, и здесь у нас спальня. Давайте, пожалуйста, начнем сначала с гостиной. С коридора мы попадаем сразу в гостиную. Шкаф-купе. Очень удобно. Второй изюминкой этой квартиры является ее площадь, что также нестандартно для планировок. 1+1 – 75 квадратов. Вы знаете, что в Турции мы меряем площадь квартиры по периметру вместе с толщиной стен, вместе с балконами и с ванными комнатами. 75 квадратов. Для планировки 1+1 кухня достаточная, скажем так. Если бы это была квартира 2+1, я бы сказала, что немножко маловато. Отличный новый кухонный гарнитур. Есть также кое-что у нас из посуды, из бытовой техники. Смотрим: холодильник, вытяжка и варочная поверхность, а также духовочка. Потом оператор покажет. Комфортная достаточно обеденная зона. И здесь у нас зона отдыха. Мебель вся, ковры, антиквар, хотела сказать, все, что мы видим в нашем ролике, в стоимость входит. Имеется также телевизор. Все новое, дорогие друзья. Открываем вейм, получаем топу и зубной щеткой, как говорит Асубей, приезжаем вот в эту красивую квартиру. И третьей изюминкой этой квартиры являются два больших балкона. Вы посмотрите балкон без меня, а я уже в конце ролика буду подводить итоги. Квартира у нас выходит, напоминаю, на север и на восток. Итак, спальня. Спальня мне очень понравилась. Почему? Потому что она квадратная. Бывают такие узкие длинные спальни, куда вы не можете, кроме кровати, поставить ни тумбочку, ни шкаф. Шкаф вместительный. При желании можно установить другой встроенный шкаф. Очень удобно, что выводка для кондиционера находится как раз не над кроватью, а над дверью. Вы не будете мерзнуть. Все, что мы видим в ролике, входит в стоимость. Посмотрите, одеяло, подушки, текстиль отличного, хорошего качества, покрывало, полотенца, шторы. Все это входит в стоимость. Даже вот эта вот бутылочка вина также входит в стоимость. Поэтому приобретайте эту квартиру и будем вместе отмечать с вами. И свой балкон имеется у нас в спальне. У этого балкона есть также изюминка. Там есть небольшой кусочек, из которого можно сделать кладовочку. Вот наш балкон с изюминкой, выход на которого есть из спальни. Вот видите этот кусочек? Ставите дверь, стеклите, для вас отдельная комната или кладовка. Я сейчас иду, смотрите, насколько он большой. Сюда я бы поставила сушилку. А это второй балкон. И выход имеется из гостиной. Огромный. Здесь небольшой кусочек, с которого тоже можно сделать кладовку или просто спрятаться, как это сделала я. Я думаю, что видите вот за мной вот эти красивые развалины. Это античный город Наула. Я думаю, что вы наверняка слышали. То есть там у нас не будет никогда постройки, и частичный вид на горы никогда не закроется. Я бы посоветовала застеклить балкон. Это будет ваша отдельная приватная комната. А также застекление делаете гармошкой, когда жарко. Открываете, когда холодно, полностью закрываете. Поставьте сюда кресло, рабочий стол, детский бассейн, все, что хотите. Итак, дорогие мои, это у нас второй балкон. Напоминаю, 75 квадратов наша квартира, 1+1, со всем текстилем, с мебелью, с техникой. Все, что видим на ролике, цену скажу ниже. Итак, дорогие друзья, сезон отпусков уже начался, и время подумать об отдыхе в солнечной Алании, приобрести себе квартиру здесь у нас. Сегодня мы смотрели с вами именно такое предложение. 1+1, район Махмутлар, район вторничного рынка, 200 метров от моря, имеется инфраструктура и плавательный бассейн для вас и для ваших деток. Стоимость квартиры у нас 57 тысяч евро. Стороны выходят на восток и на север. И за комплексом есть античный город Наула. Поэтому, дорогие друзья, это предложение ждет только вас. Пишите, звоните, подписывайтесь. С вами не прощаюсь. Татьяна, take care.